И всем привет, с вами я, Маша Дарк, и сегодня для вас я буду снимать новую серию моего сериала «Элитный лагерь». Ну и перед началом этого видео не забудьте подписаться и поставить лайк. Вам не сложно, а мне приятно. А мы начинаем! Всем приятного просмотра! Да кто там звонит? Просыпайся, просыпайся. Да. Вожатая звонит, Синди. Алло, да, здравствуй, Синди. Здравствуйте, девочки. Будите девочек, завтракайте и собираемся к дам, где живут мальчики. Хорошо. У нас для вас очень важная новость. А какая, если не секрет? У нас новенький мальчик появился. Обалдеть. И теперь, кто с ним замутит, он перейдет к вам. Ну, из девочек, конечно. А вот, например, там, сейчас, Луана замутит с этим новеньким и пойдет к вам в группу. А Лана уйдет и пойдет, в общем, я надеюсь, вы меня поняли. Да, мы поняли. Хорошо, все, жду вас уже это, там. Хорошо. Слышала? Да, слышала. Это наша возможность выпихнуть Лану из нашего этого. Девочки, подъем, просыпаемся. А, это был Врубин. Подъем. Доброе утро. Доброе. Доброе, не надо язвить. Сегодня мы завтракаем, давайте быстрее, и идем там, где мальчики живут. Для нас будет объявление. О. Да, мы не будем вам говорить, какое объявление. Ну ок, мне даже интересно. Мне не интересно. Только если там мальчик новенький, мне это только интересно. Тебе только мальчики и интересны. Ага. Не надо так язвить, а? Да, ладно. Так, все, всем пойдемте там, где живут мальчики. Не хочу я туда идти. Синди сказала, что все надо. Окей. Девочки, быстрее, мы уже опаздываем. Пойдемте. Здравствуйте, мы не опоздали? Чуть-чуть опоздали, ничего страшного. Мы сами не знаем, что за новость. А мы знаем. Так, девочки уже знают, не рассказываем. Сейчас все будет. Что, можно? Так, сейчас у нас будет такое. Вы не обращайте внимания, что он выходит из туалета. Здравствуйте. Что? У нас новенький? Новенький! Это наша возможность с ними замутить! Всем здрасте! Я новенький. Меня зовут Стефан. Стефан? Обалдеть! Какой он красивый! Кайла, я все слышу. Ой, простите, пожалуйста. Обалдеть, он красавчик. Маша! Сори. И ты ниже меня как-то. Что? Обалдеть. Ну да, конечно, красивый, но не лучше моего парня. Люблю тебя. Я тебя тоже. Да, Джейк, ты у меня самый лучший. Обалдеть. Так, давай так. Ну. Итак, ребят, смотрите, кто с ним замутит, тот переходит в... как его? Группу номер два. Группа номер один — это группа мальчиков. Группа номер два — это вот у которой есть девушки. Ой, парни, точнее. И группа номер три — это вот. Тот, кто замутит с
Стефаном, тот перейдет к ним, к девочкам. Ну, конечно, вот, например, ты замутишь с ним, и ты перейдешь к ним. А ты уйдешь вот сюда. Ага, ладно. Нет, мы не будем с тобой заводить парней. Я не хочу с тобой расставаться. Я тоже как бы не хочу, поэтому мы не будем их заводить. Какая-то девочка с хвостиками красивая. Какой красавчик, Стефан. Тебе его не видать, он мой. Слушай, а как тебя зовут? Ну, меня зовут Луана. Меня Стефан, приятно познакомиться. Да, мне тоже. Оу! У нас новая парочка. Да блин, да хватит, мы просто с ним общаемся. Бла-бла-бла, да, конечно. Ладно, пойдем. Привет. О, привет, Стефан, давно не виделись. Ой, прости, пожалуйста. Давно не виделись. Что, ты его знаешь? Да, это мой бывший лучший друг. Ну, ты заметила, я спортсмен, да? Ну да, заметила. Здравствуйте. Привет, Стефан. В смысле? Я знаком тут со всеми. Ладно. Что будешь, бери. Да не, я ничего не хочу с собой. Я не за этим сюда пришел, я просто за капюшоном своим пришел. А, ладно, если что, вот твоя куртка здесь будет висеть. Хорошо. Слушай, ты мне очень сильно понравилась. Может, будем встречаться? Да, давай, мне тоже ты очень сильно понравился. Ну все. Ребят, мы официально пара. Что? Мы же говорили, не прошло и 10 минут. Ну да. Значит, Луана переходит в номер 2 группу. Что? Нет! Да, ты теперь будешь жить с нами. Ну, класс. Так, извините, мальчики в отряде номер 1, девочки, у которых есть парни, но в отряде номер 2, и девочки-одиночки в отряде номер 3. Блин, я теперь капец. Все, можете расходиться по домам. Окей, ладно, пока. Пока, Маш. Пока, Джош. Ладно, пока, Джейк. Пока, Кать. Пока, Майк. Пока, Кайл. Пока, Стефан. Пока, Луан. Пока, Стефан. В смысле? Ты что со мной не попрощался? Я даже не знаю, как тебя зовут. Пока, Стефан. Пока, мальчики. Пока. Вы что, не помните, как меня зовут? Пока, Милли. Пока, мальчики. Пока. Эй! Пока, Лили. Окей, пока. Пока, мальчики. Всех целую. Как это ненормально у мальчики зовут? Ее зовут Лана, это моя бывшая. Я ее ненавижу. Ну, я так и поняла, что она коза. Так, третий отряд за мной. Пошли за мной. Я не третий отряд, я второй. Нет, ты третий, у тебя нет парня. Мой парень это Стефан. Не поняла, если честно. На, подожди.
Ай! Да блин, мне больно! Ой, она тебе дала маленький подзатыльничек. Все, пойдемте. Пойдемте, девочки. Постой, Луан! Да, Стефан. Может, сегодня погуляем вечером? Давай, я не против. Хорошо, тогда скинь мне геолокацию, я за тобой зайду. Хорошо. Так, девочки, это я показываю только для Луаны, так как Луана здесь первый раз. Пройдемте, пойдемте всем. Ну, Луан, входи, это наши маленькие, но хоромы. Обалдеть, какой у вас красивый дом. Такой в снежном весь стиле, такой деревянный, красивый. А у нас какая-то фигня. Зато есть сауна. Точнее, бассейн, сауна, короче. Я поняла. Обалдеть, у вас хоромы тут. Я голодный, что есть поесть? Могу тебе приготовить... Ой, пожалуйста. Могу тебе приготовить мой завтрак. Сегодняшний держи. Вкусненько. Так. Что у нас интересненького есть? Маха, ты будешь кормить своего тюленя или он сдохнет? А чем его кормить? Не знаю, покорми мясом. Или морковкой лучше. Окей. На, жари. И воду ему налей. Я прекрасно знаю, что ему налить. Не надо меня тут учить. Сама прекрасно знаю. Напей ему хороший. Ладно, я в душ, девки. Окей. Я пойду поем, наверное. Так. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусненько. Может, еще дров закинем? О! Ладно, я пойду на улицу. Ой, это животное. Мини-снеговичок. Палочки. Вот, палочки. Обалдеть, можно своего снеговика сделать. У нас есть еще морковка. Я хочу нос сделать. Спасибо. Да блин. На. Ладно, съесть. Скорми своему тюленю. Странно. Тюлень! На, держи морковку. Все, девочки, я помылась. Ой, мне пора бежать. О, ничего себе, у них хоромы. Да-да, бегу. Привет, Стефан. Привет. Ну что, пойдем? Пошли. Обалдеть, у вас тут хоромы. Ну да, я сама обалдела. Ладно, пойдем. Тебе не холодно? Ну, слегка. Иди переоденься. Девочки, для меня найдется курточка? Да, у нас есть 3 куртки, но мы их заняли. А, нет, как раз ты одну там берешь. Вот это, да, моя? Да, одевай. Я можно шапку, если никто не против? Все, спасибо. Не за что.
Все, я побежала. Все, пойдем, теперь мне не холодно. Пошли. Вот как же ей повезло, у нее парень такой заботливый, а я уже 2 месяца никуда с с Майком не ходила. Ты о чем говоришь? У меня с лета, у меня вообще отношений не было. Девочки, вы о чем, блин? Я с лета не хожу с Джейком никуда. Надо им срочно позвонить. Ой, нам сами звонят. Алло, да. Привет, девчонки. Слушайте, мы хотим вас тут гулять позвать. Так как у Кати нет телефона, мы все вам передаем, что мы через полчаса зайдем. Так что одевайтесь. Хорошо. Вот. Мне кажется, это Стефан им подсказал, потому что сами бы они не догадались. Мне кажется, да. У меня очень теплый свитер, я вам говорила. Мы поменялись, по-моему. У меня была вот так. А, да, точно. Так. Это сюда. Все, пошлите. Да, пошлите. Точнее, надо, ну, можно подождать. У-у-у, девочки, я за окном. Я тоже. Ладно. Девчонки! О, привет, пацаны! Привет. Это вас Стефан подтолкнул, да, на свидание к нам? Нет, мы сами захотели. Ладно. Пойдем, мне слегка холодно. Слегка ты в шортах! Слегка! Да, слегка. Ненормальный! Ну что? Ненормальный! Да что? Ладно, мне не холодно. Ого, ребята, привет! Набирайте вот эти вот подарки, это все вам. Сегодня у нас вот так вот. Первый человек, который сюда пришел, получает эти подарки. Забирайте, это все ваше. Что это? Давай быстрее. О, ребят, это куртка. А если вот здесь? Это шапка. Здесь есть такая же, может, это куртка? О. О, теперь мне спокойней. Давайте еще возьмем Милли и Лили, потому что они в майках. Да, давайте. Так, это получается Лили. А это получается... Может, тебе вот это? Ну да, давайте. Получается вот это... Нет, это слишком женское. Точнее, слишком мужской. Да, нормально. Нет, ты одеваешь вот это. А, это девочка. Все. Это девочка. Ну, класс, у меня теперь есть куртка. На шапке буду носить свою футболку. Так, это мы положим. А это, ребят, ребят, у кого? Вот, давай тебе, потому что у тебя худи какой-то. Я же сказала, мне тепло. У меня очень теплый свитер. Нет. А может, вожатым? Потому что у футболки у них. Ну, вожатых, да, 2. Блин, точно. Я могу отдать. Да фиг тебе! Хотите, забирайте. Спасибо. Я на каток. Вот все, вожатым тоже готово. Шапку носу. Пойдемте отнесем вожатым. Да, пойдемте и девочкам отнесем.
кто принесет им одежду? Здравствуйте. Здравствуй. А где девочки? Девочки! Да. Вас зовут? Да. Мы хотим вам сделать подарок, так как вы в футболках только. Мы вам дарим вот такие вот курточки. И вот к ним этим. Ой, спасибо, девочки. Мы хоть вас и ненавидим, но вы такие добрые. Спасибо вам большое. А то мы не знали, как нам на улицу выходить. Не за что. Пойдем, давай разберемся, кто какую. Ого, я вот эту. Мне и наушники. Ого, пойдем гулять. Ого. Мы гулять. Хорошо, девочки, идите. Только недолго. Ну и вот, выбирайте себе куртку. Ой, девочки, спасибо большое. Давайте вот эту мне. Я так понимаю, вы эту вожатым дарите, да? Да. Давайте вот эту куртку. Это моей напарнице Лене, потому что у нее тоньше. Да, хорошо. До свидания. До свидания, девочки. Пойдемте. Мне ничего не подарили. Ой, вы чего здесь все? Мы хотим вам подарить курточку. Ой, ребят, да не надо. У меня вон, смотрите. Я могу здесь любое взять. Да ведь, Свет? Мне не Света. Вон, смотрите, мне нормально. Мне не нужна куртка, девочки. Спасибо, конечно, большое. Но мне правда она не нужна. Вон, дайте лучше Кате. У нее вон, только кофта. Вот мы и говорили Кате то же самое. Давай я понесу на своей шапке. Я могу на своей шапке это понести. Ладно, хорошо. Спасибо еще раз, девочки. Ну, вы прям порадовать решили. Ну, спасибо еще раз. Но и простите, что не смогла у вас принять это. Да ничего страшного. Ну, ладно, идите гуляйте. Мальчики, чтобы пришли не раньше, не позже 9, поняли? Хорошо. Ой, ладно, мальчики. Уже темнеет? Вот именно. Сейчас только 8, конечно. Ничего страшного. Все, давайте домой заходите. Окей. Это вам кто подарил? Это тебе кто подарил, Джош? Господи. Это мне моя девушка подарила. Девушка? А тут твоя девушка. Маша. А, все понятно. Ладно, пацаны. Пока, Кать. Пока, Кайла. Пока, Маш. Пока. Пока, пока. Ой, ну ладно, Стефан, давай, завтра увидимся. Пока, Лоан. Все, мальчики, спать. Окей. Я здесь. Я здесь. Здесь. Мальчики. Что? Нет. Господи. Джейк. Что? Можно с тобой посплю? Давай, давай. Спасибо. Угу. Девочки, девочки. О, привет, Лон. Что, уже погуляла? Угу, погуляла. Ладно, давай теперь одеваться и ложиться спать. А чьи там пижамы были? Слушайте, я не помню. Давайте, чтобы не ссориться, они будут ничьи. А давайте, чтобы реально не ссориться. Я согласна. Я тоже. А где моё?
Где моя одежда? Вот она, господи. Все. Я внизу, да? Да. Синди, мы не задержались? Нет, девочки, все нормально. Ой, ну и хорошо. Все, ложимся спать уже всем. Хорошо. Девочки, в следующий раз меня зовите. Нет. Не захотим, не позовем. Вообще наглая какая-то. Но она же лишняя. У нас там все по парам. Мы с тобой, например, вон две вожатые, там две лучшие подружки, вот одна староста там, еще там две девочки, она только лишняя, у нас даже мальчиков ровно. Да, реально, да, реально, какая там... Она сейчас, подожди. Так. Получается, это 8. Плюс вожатые, это 10, плюс мы 12. Она 13-я лишняя. Вот это да! Как же я хочу вернуть дружбу с Кайлой и выгнать эту долбанную Машку. Она и никто не дружит с этого года только. А уже лучшие подружки, блин, в кавычках. Надо заяснять. Всем привет. Простите, что я такая заплаканная. Но сейчас хочу сказать, что никогда не верьте в дружбу. Я дружила с Кайлой, вы ее все прекрасно знаете. Я дружила с ней. Более... 5 месяцев. Нет, пришла Маша и все испортила. Да, я понимаю, это я с ней поссорилась из-за Маши. Она хотела со мной дружить. Но сейчас она просто перестала пытаться мне что-то доказывать. И поэтому мы с ней больше не дружим. Я очень хочу, чтобы наша дружба вернулась. И мне все равно на эту Машу. Я хочу, чтобы она дружила и со мной, и с ней, если она этого хочет. Ну просто, чтобы мы с ней стали опять подругами. Хоть это. Всем спасибо за просмотр. Ладно, пойду спать. И вот на этом я хочу закончить свою серию «Элитный лагерь». Всем пока-пока!